24-летняя Кендалл Дженнер, Кендалл Дженна, весело проводит время в Майами. Модель в компании сестер Хадид поплавала на роскошной яхте. Младшая сестра Ким Кардашьян выбрала сексуальное бикини. Она надела ярко-оранжевый купальник с трусиками с высокой посадкой. Купальный наряд подчеркнул стройную фигуру брюнетки. Она удобно расположилась на яхте с книгой в руках, давая возможность папарацци запечатлеть себя со всех сторон. В Майами Кендалл успела побывать на вечеринке с Леонардо Ди Каприо. Голливудский актер появился в клубе уже под утро, когда почти все посетители собирались отправиться домой. Обладатель «Оскара» сел за столик Кендалл Дженнер, Белли Джиджи Хадид. Компания покинула заведение в 6 часов утра. При этом рядом с Леонардо не было замечено его возлюбленной Камилы Морони. Недавно Кендалл Дженнер вышла на прогулку в носках и сланцах. Модель в ультракоротком золотом платье укротила лошадей на вечеринке. Учимся у брюнетки, как сделать свой повседневный гардероб стильным.